Юбилейные гонки на снегоходах пройдут на Кочгардинской Курии. Об этом сообщил губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный в своих соцсетях после завершения опроса. В голосовании приняло участие более 1500 человек. Из них 92% поддержали проведение гонок на реке. Спортсмены тем временем уже готовятся к ежегодному снегоходному кроссу. А один из гонщиков и вовсе решил проверить себя и свою технику на соревнованиях федерального уровня. Далее все подробности. С легким волнением Владимир Куляев загоняет снегоход в специальный прицеп. Впереди у гонщика путь до Кирова. Решение участвовать в одном из этапов чемпионата России по снегоходному кроссу было принято буквально несколько дней назад. Владимир совершенно случайно узнал о соревнованиях от коллеги. Задача, конечно, не победить, а поучаствовать, набраться опыта, встретиться вживую с ребятами, которые уже давно общаемся по переписке. Там будет суперкросс А, суперкросс Б. Ну, это суперкросс А, это профессионалы, а суперкросс Б это типа любители. Вот, и молодые еще будут. Да, там два заезда по 15 минут. Подготовиться к соревнованиям все же удалось. Каждые выходные гонщики тренируются на трассе в районе села Тельвиска. Владимир хоть и пришел в снегоходный спорт 1,5 года назад, этого времени хватило, чтобы втянуться в гонки, что говорится, с головой. Мы же с ребятами создали тоже федерацию, это Красонал. Но мы еще к ним не вступили, так как нам требуется трасса, аттестация от этой МФР. И ну, в дальнейшем уже как бы сотрудничать с ними. Но нам не дают землю. Сейчас представители федерации намерены добиваться выделения земли по трассу, чтобы сделать мотокросс доступным для большего количества жителей Ненецкого округа. Ну а пока Владимир отправляется в Киров пробовать свои силы на федеральном уровне и перенимать опыт у представителей Федерации мотокросса России. Алина Волчейская, Владислав Носкин, телеканал «Север».